Нет, мы innocent. Что там, сэр? Амон-Ра Гарахти. Тайна выражения и блеск формы. Подойди. Ты очищен. Очищен, повелитель Фиф. Ты. Тот, кто рыщет в тенях. Я недовольна. Но ведь ты в доме незримого. Зачем ты здесь? Байек и Сивы. Я хочу узнать, кто обрушил проклятие на Фивы. Ты не жрец, не филакит. И твой оазис далеко отсюда. Какое тебе дело до нашей беды? Пойми, эта беда не только ваша. Проклятие. Дело в реликвии. Многие пострадали от рук тех, кто владел похожей вещью. Ты страдал больше других. Амон видит твое сердце. Но это не реликвии и не люди, Байек. Гнев Амона ужасен. Фараон обрушил на нас кару за оскверненные ворами гробницы. Ты думаешь, это его воля? Амон всегда отвечает на зов обездоленных. У кого есть причины взывать к нему? У нас очень многое похитили, Байек. Вещи, жизни, невинность. Проклятие не делает различий между правителями и бедняками. Но, может, кто-то из крестьян? Там был другой фараон, но люди избежали его гнева. Я все выясню. Сходи к ним, а потом скажи, что это не гнев Амона. Могли ли крестьяне навлечь проклятие? Бог истины, создатель людей, животных и трав. Вы должны нам денег. Платите! Приказ Тихона!
За что он нас мучает? Мучает? Не смеши меня! По его милости! Я все сделаю, Джихути. Как ты учил? Что это за игра, дитя? Это не игра. Это ритуал во славу солнца. Бога Ра? Нет, настоящего. Кто тебя научил? Джихути, он нас защитил, спас от проклятия. Но его забрали. Джихути забрали? Кто? Злодеи. Куда он идет? Люди дрожат, а боги бегут. Но смерть их грядет. Мы пойдем к ногам царя, повелителя солнца, нашего бога. 7 раз на живот и 7 раз на спину. Это не обычный костер. Церемониальный. Сколько масла. Больше, чем нужно такой деревне. Эй, Васта! Эй! Его семя в утробе! И он бережет ее! Он заберет всех, кто не склонится пред ним! Склонись! Склонись! Ты восстанешь и убьешь. Ты восстанешь и убьешь. Ты восстанешь и убьешь. Убьешь! Убьешь! Афродита, помоги, 2 шестерки и куш мой. Афродита? Ты слишком долго жил среди греков, Акорис. Бросай, и будь что будет. Проклятие, бросай! Афродита, помоги, 2 шестерки и куш мой. Проклятие, бросай! Афродита, помоги, 2 шестерки и куш мой! Как ты учил? Встань же, начни песнь!
Он придет за нами. Он сожрет наши сердца, чтобы они не достались Осирису. С дороги! Сюда! Начнем же церемонию! Я приведу нас к спасению! За мной! За мной! Надругательство! Вот! Эй, ты! Чему? Надругательство! Вот! Храни тебя, Ра. На два стервятника меньше на этой земле. Тяжело ли вам жить здесь? Тихон не самое страшное. Люди исчезают каждый день. То ли земли прокляты, то ли эти бандиты. Это делают бандиты? Зачем? Разве им нужна причина? Ради своей выгоды. Они воры все как один. Похоже, Джихути похищенный жрец. Он расскажет мне о проклятии. Когда он идет, люди дрожат, а боги бегут. Люди, спасем нашего жреца вместе. Они заплатят за похищение нашего брата. Надо действовать аккуратно. У меня ничего нет, воры. Ничего
Джихути похищенный жрец. Он расскажет мне о проклятии. Лучше не привлекать внимания. У меня ничего нет, воры! Мой царь, мой бог, мой свет, солнце! Кто ты, исполняющий волю Хадона? Надо уходить отсюда. Ты спас не только меня, царь. Лучи бога опалят вас! О, Атон! Защити того, кто бьется за нас! Он дарует нам убежище. Ты рисковал жизнью ради меня. Проклятие. Скажи, что ты знаешь. Оно убило многих. Я хотел очистить святилище, но меня схватили разбойники. Они боялись, что я призову Атона. Ты чтил отступника? Эхнатон. Мы дарим ему свою веру, песни и ритуалы, но он не приходит. Показать тебе? Но животные разлагаются. Их нужно сжечь. Я сделаю это. А ты расскажешь, что знаешь о фараоне. Ты посланник солнца. Я возобновлю ритуалы. Ищи меня на юге после заката, если сдержишь свое слово.